Итак, друзья, нахожусь я в музее самолетов. Кстати, туда даже можно и подниматься в кабину. Тушка 144. Это у нас Туполев. Да, да, я тоже думал 134. Тут больше советской техники. Такой вертолетик. Вот истребитель бочком. Что так его поставили? Сейчас мы его глянем с другой стороны. Прикольненько. Ну что, welcome. Пойдем. Мы с Сашкой катаемся. Сейчас попадем туда внутрь. Так, как-то нам нужно правильно заехать еще. Экскурсии, группы туристов сюда идут. Очень много. Не знаю, вход платный, не платный, не знаю. Ладненько, сейчас узнаем. Итак, друзья, мы заходим. Тушка 144. Каждый самолет, кстати, вот самолет, да? Вот сейчас, если сверху его вот такой желтенький. А, кстати, название его вот Канадайр. Вот. И можно туда даже зайти и внутри походить по кабинку залезть. Так. Прикольненько. Ну что, идем туда внутрь. Друзья, сейчас мы поднимемся в эту птичку, которую ранее снимали. Вот некоторые сходят. Мы сейчас зайдем. Итак, мы с Сашкой заходим внутрь. Такой вот отсек. Иллюминация. Аварийные выходы. Чтобы вы не упали, это от шасси. Я так понимаю, выдвигается, хавается. В кабинку нас не пустят. Педали, газ, тормоз и все, да? Сцепление. И люк сверху. Угу. Прикольненько. Ничего, пошли дальше. Друзья, мы идем Юнкерс. Люфтваффе. Это Гитлер с него вылетал. Д-500, ой, 200, бортовой номер. Так, опять Сашка впереди, опять его задницу снимаем опять. А мы... делать горшку. Так, а что у нас здесь, Юнкерс? Радистка Кэт. Ну вообще пластмассовый. А то что, их избивали быстро. Ух, штурвал такой. Ну, кранники, капец. Как этом самом. А, вон справа. Ага. Это походу горячей холодной воды открыли. Ну и все. А сиденье железное. Ну, Саня, ты смотри. Чуваш? Капец. Зайди сюда. Ну это пластик уже. Да какой пластик? Алюминий. Тут что есть? Алюминий, алюминий. Так, что у нас тут такое? Хопа, опа, хопа. Что-то там тоже какой-то. Очередной самолетик.
Люфтханс. С таким вот пропеллером. Кстати, это можно, наверное, раскатиться. Так, заходим внутрь. Оп. Как обычно. Полочки. О, ну тут нормально. Можно жить, да? Да. Вот здесь чуть-чуть повеселее. Сиденье хоть не нормальное. А че штурвалы такие у них полубаранкой? Они долго не крутятся. Ну, дворники я присутствую для них. Ты сюда? Так, и вот для у них крючок даже есть. А нам туда нельзя?